Привет, вы смотрите Fashion TV, с вами я, Карина Насырова. Сегодня в рамках недели моды Estet Fashion Week в ювелирном доме Estet состоится фэшн-шоу компании в моде Media Production. Мы видим показы таких модных брендов, как Alla Couture, Bella Vita и Jewelry Bar. Организатором показа является компания в моде Media Production, бренд в моде магазин «Глянцевый журнал». Model Agency – первая в России школа моделей при глянцевом журнале в моде магазин, а также канал на YouTube в моде TV. А за музыкальное сопровождение будет отвечать певица, актриса, музыкальный продюсер, продюсер TikTok House Lana Sweet. Расскажите, какую песню вы сегодня исполняли на показе, перед показом? Это моя песня, которая артист на всех радиостанциях нашей страны. Песня называется «Холостяк». Буквально месяц назад стала продюсером TikTok дома. Наш дом называется X-Family Pro, поэтому мы создаем новые молодые тренды. Мы занимаемся фэшн там и модой вообще в музыке и, собственно, во всем. Бренд Alla Couture выбирают звезды шоу-бизнеса, а также изделия российского бренда и бутика-ателье индивидуального пошива верхней одежды премиум-класса Bella Vita в сочетании с ювелирной бижутерией бренда Jewelry Bar, которая дополнит модный лук любой девушки. Сегодня только участвую в показе. Расскажите подробнее о той обложке, которую вы держали. Ну, примерно в июле мы снимали эту обложку. Вышла она, по-моему, в сентябре. И она в таком стиле послепандемичном, потому что я там в полотенце на голове. Оно все в очень красивых брошах. То есть даже дома нам хочется быть красивыми. Основался вообще на острове Бали. Это было вдохновением для моей мамы. Я являюсь дочерью Аллы Кравченко. Каждое платье, оно вышивается по месяц-два, в зависимости от длины и сложности эскиза. Также у нас есть платье индивидуального пошива, которое индивидуально можно подшить для любой девушки. Сегодняшние платья были самые лучшие из всех коллекций. То есть сегодня не была представлена какая-то определенная коллекция. Каждая девушка прекрасна, каждая имеет шанс побыть в теле любой голливудской прекрасной женщины и передать всю свою красоту благодаря нашим платьям и шубам, которые идеально сочетаются, я считаю. Расскажите о сегодняшнем показе, о коллаборации, которую мы сегодня наблюдали на подиуме. Да, это очень интересно, на самом деле. И хороший уровень, кутюрное платье и соболя, скажем так. Это как раз для нас, для Ювелин Бижутерии. На самом деле, это не первый показ, мы еще участвуем с Галиной Подзолко. Я думаю, не последний. Буду дальше нас дизайнера приглашать, потому что мы достойно, ну, скажем, дополняем их красивые платья или красивые шубы, или красивую одежду, да. Мы представляли Аллу Кутюр, вот такие великолепные платья вечерние. Для меня Алла Кутюр стала знаковым дизайнером, потому что в ее платье я до этого выиграла конкурс Smart Queen, конкурс красоты, который состоялся месяц назад. Девушки, какие вы роскошных мехах! Я рядом с вами себя чувствую голой. Красивые шубы, мягкие, пушистые, благородные. Чувствуешь себя королевой. Не зря говорят, готовить шубу нужно когда? Летом. Можно? Конечно, очень украшают, они очень друг друга украшают. При том, что, казалось бы, если рассматривать по отдельности, кажется, это too much. Но тут много и тут много, да? Но вместе то, что именно холодные, строгие силуэты, холодные, строгие материалы, плюс мягкая оболочка, это все очень играет красиво, очень хорошо. Такой старый Голливуд, гламур. Да-да. Отсылки верные. Верно, отсылки, да, и, конечно, это всегда будет не то, что в моде, но это вот старая классика, она вечная, наверное. На фэшн-шоу собрались звездные гости, читатели журнала «В моде» и клиенты модных брендов Alla Couture, Bella Vita и Jewelry Bar. С вами была Карина Насырова. I love Fashion TV. 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 We love Fashion TV. We love Fashion TV. We love Fashion TV.